Добрый вечер, добрый день. А у нас плюс 30 в тени. Не знаю, у кого как. И что там на улице творится. На улице вообще все мрачно. Витрина сумасшедшая. Вот, песок почти раскидал. Маленькая кучка осталась. На следующей неделе приедут. Крошку привезут. И сегодня приедут. Забор обмерять будем, ставить сплошной забор откатной. Надоели эти ворота туда-сюда раздвигать, задвигать. Вот псина. А не псина, здесь где-то ходит. Марс, Малюкин, ну-ка псина покажись. Ну что ты, что, заходи погрейся, пока Оли нету. Ай, Марс, Оля же это видео увидит, мы с тобой получим. Вернее, я получу. Да, Малюскин. А у нас вот. Нон. Еще кирпичиков привез. Обложил. Они еще мокрые, сохнут. И вот что у нас получается. Вот она. Такая красота. Вот сидишь вот здесь и ничего делать не хочется. А надо. Вот она горит. Кстати, плюс 30 на градуснике. Я затопил. Вот она уже, наверное, не знаю, час, наверное, горит. Я еще подкинул два полежка, чтобы кирпичи высохли быстрее. Да они мокрые. И дверь я вообще не закрываю, от слова совсем. Она просто дверь открыта нараспашку. Вот эта печка, да, конечно. Есть разница, что было и что сейчас. Ну, понятно, это не русская печь. Все равно это все остывает. Но все же. Для 27 квадратов этого достаточно. Вот еще кирпичей доложить. Вот так вот по шифер. Там выложить ровненько. И все, и те кирпичи будут нагреваться. Здесь 20 кирпичей. И этого будет достаточно. С той печкой мы просыпались в морозы. Самый минимум у нас был плюс 16. Это самый минимум был. Топили вечером, и ночью ничего не подкидывалось, ничего. Это когда было под тридцатку. Ну а сейчас как было. Сегодня проснулись, понятно, на улице-то не та температура. Ну 25 было. Ну вот сейчас вот протоплю и все. И не наверное, а это до утра. Время у нас еще только... пол третьего. Вот это прогорит все, и хватит кирпичи нагреются, вон они уже высыхать начали. И все, и будет красота. Пясель-мясель. Погода мерзкая, да. Просто там деревья ходуном ходят. А здесь что-то сидишь и жарковато даже. Все, всем хорошего дня.